Хаджиме. Пошли. 4 минуты. Работаем. Захватить туловище. Захват туловища. Туловище двумя руками. Есть. Пастухов? Да. Пропустил? Нельзя? Нет. О, за ноги, а потом вверх. Раз, за туловище. Бери за туловище его. За туловище, все не то. Да, потом раз руки, и все, ты выиграл. Голову аккуратно. Есть. А, вот так и есть. Пошел, пошел, активней, активней, Пастухов. Работаем 5 минут, 5 минут. Так, Чеза, куда отжимание, приезд, вот тут зашел мне на него. Ладно, зашел. 30 отжиманий, ты сюда не приедешь. Хорошо? Давай, 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 работаем, работаем. Так, пацаны, вы не работаете, вы будете сейчас отжимания делать. Дай. Владимир, я не понял. Владимир? Да. Он младше тебя на один день. Нет. Нет. Он младше. Давай, работай. Салагом, блин. Пришел в майке. А? На чушке пришел. А почему позарядно? Что? Это не считается вот это. Нет. Забрать, 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 забрать. Работать, Владимир, не останавливаться. Он уже боролся 3 схватки, блин. Давай. Выиграл, молодец. Вот так, Даник, дави салагу, блин. Зайди назад и за туловище его. Давай, 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 давай. Давай. Не выходи, не выходи, Влад. Не выходи, в центре стой. Давай, Артем, давай, Артем. Молодец. Пошел, пошел, пошел. Дави, чтобы у него руки вообще опустили. Думаю, что если он набрал 5 килограмм, значит все. Я уверен на себя чувствую. Это может говорить слово Харисто и все. Я сам. И он молдаван пройдет. Тиги! Малак. Владимир, куда назад, вперед на него вытолкнуть его, блядь. Так вот, не просто. Ну, еще руку снизу. Поднять. Владимир, молодец. Вот, ну. Все, выиграл. Что у Чезаро там? Как сделаешь, скажешь мне сразу. Давай, 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 давай. Включайся, Пастухов, включайся. Ты качался со мной? Ну, захватывай руками. Вот. Смотри, видишь, если Влад до того, как уезжать, я не чувствовал, мы покачались уже чуть-чуть. Давай, давай, да, туловище двумя руками, уходи, уходи, уходи. Руку, ну. Давай, 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 осталось. Мате. Мате. Так, Пастухов перешел куда? На середину. Чезар сюда, на середину. Ты и ты. Вы сюда, Влад, пойдете. Значит, мой. Стойку. Значит, ваша задача, мой. Вытолкнуть за ковер его. Вытолкнуть его за ковер. Влад и Пастухов, вас выталкивают, ваша задача не уйти с ковра.
Единственное, что когда будете поворачиваться, чтобы локтем не ударили. А вы начинаете сразу очень жестко, сильно. Отпокойно. Раз, 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 раз. Выталкивать надо туда, где вот, вот упал, например, на это, на кресло. И голову сломал. Отлично. Это значит нормально. Так, все, вы вдвоем. Один подступом, один план. Вы выталкиваете, вы защищаете. Дальник Владимир, сюда. Сюда, скажи. Так. 5 минут. Еще раз, посмотрите внимательно, как уходить. Вот, Дадик меня больше вперед. Нет, ну, не так, я не делаю. Я понял. Я думал, что нам... Нет, вот отсюда он меня выталкивает. Вот у вас есть руки. Вот, давай, потихонечку. Вот убирайте ручки сюда. Раз, чуть-чуть уходите сюда. Раз сюда. Вот руками. Руками сюда. Убираем сюда и уходим. Готовы? Выталкиваешь его. Владимир ушел. Отжимаем. Пошли. Только выталкиваем. Выталкиваем. Осторожно головой. Давай, давай, выталкиваем. Выталкиваем. Поступок не держать его. Я его не могу. Боишься, да? Да. Зайди назад, пендель вытащить. Нога потечь делать. Выталкиваем, не даем. Дергаем. Хорошее лицо. Лицом не взорвитесь. Давай, давай, Влад, давай. Вот так, хорошо, молодец. Ну, есть, молодец, Влад, умница. Еще, еще. Владимир, поменяй дядика. Пошел. Больше руками, больше руками, больше руками. Оп! Руда. Владимир, смотри, куда выталкиваешь. Сюда выталкиваешь, сюда. Больше руками, не бросайтесь на него. Руками ближе подходите, чуть-чуть выталкивайте. Вот так, молодец. Молодец. Пошел, пошел, Владимир. Не стоять, не давать ему жить. Честно, без захвата, без захвата. Стараться не держать. Хорошо, вот тут поменялся. С этим, с Угуряном, Угуряном туда, вот тут сюда. Так, Даник поменялся. Хаджуэ, еще 2 минуты. Работаем, работаем, не даем Чезару, чтобы он умер. Даем или не даем? Без пояса куртки одеваем. Удушающий прием. Первый номер становится высокий паркер. Вы захватываете правой рукой, стоя перед ним. Раз, захлестываем, шагаем, перешагиваем. Хоп, куда надо поворот вперед, удушающий. Так. Делаем по 3 раза. Пожалуйста, пока. Сейчас поводим. Сейчас поводим. Покажи нам пастухов. Еще раз, удушающий, Влад, высокий фактор. Что? Пониже. Влад, высокий, пожалуйста, пожалуйста. Высокий, Влад, пожалуйста. Смотрите. С кувырком? Да, выше чуть-чуть, встать. Выше, выше. А, смотрите, взял захват, раз, ручку, ногу, хоп. И отсюда кувырочек, удушающий. Делает 2 раза он, 2 раза Влад. 2 раза Влад, 2 раза Артем. Нет, вы нет. Нет, тест с ним остаешься, вы по 2 раза иди сюда. Делаешь одному, потом другому. Одному, Влад, ты с четвером. Нет, Влад, ты с четвером. Один здесь становится, другой здесь. Ты делаешь одному, потом ему. Ему, ему. Вперед. Высокий партнер ставит. Вперед. Вперед. Все, пошли. Пошли.
3 минуты. Вот так вот он сделал, следующим делаем. Два раза ты, два раза он. Отсюда раз, хоп. Отлично. Два раза ты, два раза он. Вот два раза. Хоп. Хорошо. 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 Далик, не бороться, Далик. Лапа, пошли, пошли. Работаем, работаем. Берегим, становись, ладно. Придушающий мрак, чтобы я потом скажу почему. Пошли, пошли. Будуша, ты его дома включаешь? А? Дома включаешь? И дома, и ночью. Ты ночью или убили? Две ночи там, специально что-то. Они, наверное, классическую музыку слушают. Пошли, пошли, пошли. Не касаться ни руками, ни ногами. Соперник. Можно и за ноги, и куда хочешь, но это не значит, что вы встали на колени, там, хватит еще что-то. Так, Бутук, идешь к этому. Владимиру. Еще раз, любой захват, оторвать соперника от ковра. Щитили. Стоп. Сделали парочку наклонов. Сделали. Раз, два, три. Четыре, да. Еще, еще. Оп. Хорошо, после вращения. Оп. Повращали. Вращали. Батук. Хорошо. Теперь смотрите. Делаем движение. Раз, два, раз, два. Оп, и поднимаем. Еще раз, смотрим вперед. Раз, два, присесть. Не наклоняться отсюда, не спиной поднимать, не надо туда, раз, оп, ручки как бы подбиваю, оп, хорошо. Так, значит, захват можно как брать, и сверху, и с одну руку, и сзади, как хотите. Влад, ты работаешь. Даник, встань с той стороны. Владимир, встает, стоит. Если ты его поднял, уходит Даник, я не меняю. Вырваем. Отжимание. Вперед. 5 минут. Оторвать соперника от ковра. Поднять соперника, Владимир. Поднять, поднять. Поднять, поднять. Оторвать от ковра. Без бросков пока. Без бросков оторвать
евро. Стоп! Посмотрите, покажите. То есть, захватили, да? Что делает ваш партнер? Он как бы садится. Вот. Не надо его поливать, раз аккуратно оставили, и все. Это тоже победа. Да, то есть, если он лежит на спине, бросать не надо, отпустили все. Как же это? За ноги, вот. А ты смотри, вот я поднял, ты выпрямляешься. Наоборот, на него ложись, чтобы он... Все, Владимир ушел. Что? Я сказал, любой захват. Поджимай. Ну, положи. Стоп. Смотри, за ковром. На колени не становиться. Стоять прямо. Пошли. Оторвать, зайти назад. Вот так, хорошо. Все, следующее. Все, подъем. Взять и бросить Владимир, блин. Взял балл, взял и бросил. И не поймешь, что выиграл. Пошли. Активнее. Есть. Ну, молодец. Вот тут руку снизу. Руку под руку. Он взял за ногу, раз под руку его. Молодец, Даня. Еще достань ножку. Вот так. Есть, молодец, Пастухов. Даня, ходи в кимоно, иди ко мне. Осторожно, мальчик. Там осторожно. Болевой ему на ногу. Оденьте ему ногу. Пошли. 2 минуты осталось. Бил с колена, ты встань. Вот так. Хорошо, ну ты. Пошли вокруг, собрали кимоно.